Вот так вот. И вот так вот. Ничего, собственно, не произошло, не волнуйтесь. Да, вот вы теперь все видите. Я, собственно, попробовал числа, но они не получились. Все очень банально. То есть 2, 8 и либо 1, например. Но почему-то не работает. Мне подсказка говорит, что, возможно, я эту коробку могу открыть. Сейчас я посмотрю, что мне эта подсказка еще скажет, но по сути это... Мне от этого пока ни горячо, ни холодно. Мне интересно будет, что за ключ здесь понадобится, да? Потому что этот ключ я должен сам делать. Шаг, есть символы. Комнату посмотри повнимательнее. Ну вот я тоже думаю попробовать символы найти. Я сейчас подумал, что они могут быть в записях. Так. Может, они где-то здесь запись? Хотя вряд ли, наверное. О, у меня один не открыт, смотри. Так, открытие один сбилось. Так, вот, один я теперь открыл. Окей. Возвращаемся к нашим баранам, так сказать. Так, здесь я тоже записку еще не смотрел. Записка? Нет. В этих записках нет ничего такого. Стоп, 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 стоп. А, нельзя. Я понял. As the symbols on the front book, perhaps they are to be found elsewhere in the room. Капитан. Так, ладно, попробуем действительно эти символы сейчас найти где-нибудь в комнате. Нуль не двигается. Символы, символы. Что самое интересное, эти символы должны означать какие-то цифры, понимаете? То есть номинально проще найти даже не символы, а сами цифры в комнате. В этом фигня. Вот это меня как раз и смущает. Что эти символы, они с цифрами связаны. Если я не могу найти цифры, то какая разница, какие символы? Цифр-то нету. Так, нет, я не хотел сюда смотреть, спасибо. Интересно, коробка, опять же, я вижу символы, но нет. Сейчас, секундочку, ребят. Буквальненько. Кто капитан? Капитан, подсказка! Типа того. Так. Это по поводу того, что я предупреждал, да? Кстати, на доску нельзя приблизиться, кстати говоря. Но при этом часть этой доски можно видеть. Но на доске никаких цифр и или символов нет. Странно, что можно осматривать это место вот так вот со всех сторон. Ну, такое себе. The symbols of the box match the ones surrounding the... Чё? Strange metallic liquid from the right of window. Отсюда символы? Он говорит про странную металлическую жидкость. Я так понимаю, что металлическая жидкость это вот она. И на самом деле, блин, это, наверное, логично, потому что коробку я отсюда же забрал. Так, открыть ее ведь не могу. Подожди, странная металлическая жидкость. Правильно? Блин, четвертая уже. Чего? Matching the symbols around the metallic fluid to those on the box. Mm.
Around the metallic fluid. The box should give me the combination I need. Да это я понял, а при нем... там от Теслы было что-то слева. Фишка в чем? Он мне говорит про какую-то жидкость. Он мне говорит сейчас про жидкость вот эту вот, то есть изменение символов вокруг металлических жидкости. Знаете, металлической жидкости to those on the box, на коробке. Да, должно дать комбинацию, которая мне нужна. Я немного не понял, про какую. Он вот про эту жидкость говорит, которая раньше двигалась, а сейчас нет. Или нет? Потому что символов я здесь никаких не вижу. Вот что странно, то есть... Больше что-либо похожего на металлическую жидкость здесь точно нет. Значит, речь идет именно про этот круг. Что логично, потому что коробку я взял отсюда же. Но он говорит про символы в этой металлической жидкости, а я не вижу символы, либо как их крутить, либо как их менять, допустим, на этой же металлической жидкости, понимаете? Может, ее крутить заставить можно? Я тоже так думаю, но он не хочет. Я бы открыл, например, вот эту вот фиговину, если бы можно было. Но ее открыть нельзя, я только что отсюда выкручивался. То есть, управлять ей, крутить ей, я не знаю. Единственное, что я могу пока покрутить, это вот эту вот фиговину, и все. А жидкость из-за этого не крутится. Именно поэтому большой вопрос возникает. То есть, если я через нее вот так, если я на нее так посмотрю, это тоже ничего не значит. Шаг ты видел, на некоторых устройствах дырки большие, могут туда коротко ставиться. Не, маловато будет. Это надо именно решать. Дорог, овер. Дорог, вот. В линзу посмотреть нет. Здесь много загадок на совмещение предметов вроде, да? Да. Но он конкретно мне говорит, что мне надо... Вот просто подсказка уже впрямую. Изменяя символы вокруг металлической жидкости. Чтобы получить нужный ответ. Понимаешь, просто вот прямым текстом. А как их изменять вокруг металлической жидкости, я не понял. Так, это вообще коробка? Ладно, в коробку я так и быть смотреть буду. Я, наверное, слишком тупой для этого. Ну, правда. Уйди от сферы, другой предмет еще в комнате. Не, она подсказывает, говорит про какую-то металлическую жижу справа от окна. Ага, это и есть металлическая жидкость, да? Окей. Ладно. Так, 7. Окей, ребят, понял, не туда смотрел. Я даже в мыслях подумать не мог, что это жидкость. Вообще ни разу. Это 1. Подожди, что это? Так, это 1. Окей, окей. Правда, это как-то, не знаю. 3. Для меня это как-то немного неожиданно, что ли, было. Так, что еще? Да. Так, допустим, странная металлическая жидкость. Нашел я, значит, батарейку. Батарейку надо вставить куда-нибудь, например, сюда. Если я правильно все понимаю, то батарейка... Батарейка? Батарея, да. Она, по идее, сюда должна вставляться. Так, теперь я должен какую-то фиговину сделать вот здесь. Хотя, может быть, и нет. Ага, я могу ее еще и забирать. Я должен эту батарейку, наверное, зарядить. То есть, стоп. Ать. Она, мол, ничего не дает. Наверное, эту батарею сначала зарядить надо. Возможно, даже здесь.
Допустим, вот сюда вот эту батарею вставить. Или нет? Да? Да, пусть. Есть. Батарейка заряжена. Окей. Так, заряженная батарейка, значит, у нас есть. Теперь заряженную батарейку можно пихнуть сюда. Так. Отлично. Только, если она пыхнет лазером, то этот пых лазером должен смотреть в какую-то строго определенную сторону, я могу понять, насколько. Это я должен смотреть вот сюда. Подожди, она что, не остается, что ли? Ага, она не остается. Ладно, значит, неважный пых. Так, ну-ка. Шлеп. Так-с. Настроили. Так, теперь смотрим. Вот сюда. Угу. Допустим. Ага. Ага. Спасибо. Так-с. Так, теперь сюда мне надо подать. Ага, их все-таки три. Я думаю, почему-то мне казалось, что их две. Ну да ладно. Так, батарейка у меня зависла там, но у меня есть... Вот, у меня есть еще одно место, через которое можно куда-то посмотреть. Правда, я не уверен, что это куда-то ролеет, потому что смотреть я должен именно на ящик. То есть куда-то именно в ящик я должен пустить этот луч. В итоге. Ферромагнитная жидкость в 19 веке, хорошая попытка разработчики. Где такую машинку купить? Хрен его знает никто. Шаг, в каком временном промежутке происходит игра? Я бы знал, кот. Возможно, это даже альтернативная реальность. Не бери в голову. Так, куда мне этот символ надо теперь воткнуть? Так, по-моему, он куда-то в ящике. По-моему, он куда-то сюда. Нет. Где-то я этот символ видел, только я уже не помню где. Где я тебя видел? Здесь где-то. Вот он, да. Пыньк. Пыньк. Хей! Оу! Любопытно. Так, Jump of Images. Ага, я понял. Хм. Dear prof, professor, well, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятно. Хороший лор. Перевода бы еще было бы совсем замечательно. Так, открыл вторую. Оу. Лучше бы не смотрел, правда. Да. Так. Это понятно. Так, шлеп. Привет. Так, а здесь... Такое чувство, как будто, типа, жуки, собери их всех. Почему? Ах, они так противно выглядят. Ненавижу жуков, просто ненавижу. Жуки, это такой фыр. Ах. Да. А это что такое? Так, а это что-то странное. Это явно кнопочка, которую можно приблизить, но которая очень сильно непонятна. Внезапно. Здесь больше ничего не осталось. Я боюсь, что мне нужен сначала первый ящик. Мне нужен первый ящик, потому что в первом ящике осталась еще какая-то хрень. Видишь здесь кот? Нет, Lucky Cat, не ты здесь кот. Кот это Living Dead Cat.
Я уж совсем запутался в жизни. Ты про что, Верт? Вот, мне нужно еще будет вот эту фиговину открывать. Так, сначала я достал сейчас ручку какую-то. Плюс к ручке я достал барабан картинок. И у меня до сих пор есть с собой отвертка. Ручка. Так. А не сюда ли ты должна идти? Вот, допустим. Прикольно, ручку, слушай. Та-дам. Так, слышь, а та-дам. Ну я что-то сделал, ну та-дам же. А, я это что-то вынул и должен сюда привести к кристаллу. Радиосвета, офигеть можно. Так, погнали, лазер. Так, и он светит куда-то туда. А, я должен в скрабе его, наконец, теперь. Вот, теперь, блин, стало понятно, куда я должен этот лазер направить. Вот сюда вот. Так. 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 Ну, откройся. Спасибо. Это еще одна батарейка. Окей. Допустим. Это Битл. Ну, жук. Все равно привет не скоробеями их называть. Ну ладно, это жук. Так, вот. Возможно, да, мне придется еще ни одного жука здесь найти. К сожалению. Забавно. Так, здесь у меня больше ничего не светит, я так полагаю. Хотя... Не, видимо, нет. Видимо, здесь мне больше ничего не светит. Да. Так, и что я в итоге нашел? Я нашел еще одну батарейку. Да, еще одну батарейку можно зарядить, в принципе. Так, давайте я заряжу даже где-то. Оп. Давай, 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 чук-чук-чук-чук. Да, динамо-машина, работай. Уху, чук-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 
Так, мне сюда нужен другой предохранитель, однако. Вряд ли фигня с картинками это поможет сделать, правильно? Multiscope and Motion Pictures. CSC здесь еще написано. Не, она мне не поможет. Мне нужен какой-то предохранитель. Вопрос. Где его, блин, достать? А, сюда! Вот! Сюда теперь нужна батареечка, я буду смотреть картинки. Не. Это скрытая реклама частной системы защиты в прошлый раз была. Вот когда сейф, это да. Ребят, секунду, мат пропустил, действительно. Сорян. Не люблю квесты, но это, по крайней мере, выглядит весьма занятно. Ну, кот, интересна сама стилистика, да? И головоломки весьма решаемые. То есть здесь все реально логично. Обожаю, когда в игре все логично. Эта игра одна из немногих, в которых, да, именно логика есть. Так, блин, где мне теперь предохранитель еще один новенький взять? Это большой вопрос. Здесь я же ничего сделать не могу. Может быть, я все-таки что-то в шкафу упустил? Что ты мне скажешь? Do you know the charts bottom show could help anything useful? Ага, он все-таки мне предлагает в банки заглянуть. Оу, окей, значит, можно раскручивать. Я понял. Ну и банки, ну я вообще офигею. Да, баночку не покрутил, это мой косяк, согласен. Оп, а вот и предохранитель. Та-ра-та-та-та. Так-с. Сюда иди.
Здорово, Кнор, не спам, пожалуйста. Проще написать себе в одном сообщении. Не спой за руку, как предохранитель. Спасибо, добрый человек. Так. Че, попытка номер две? И... Найт. Так, батареечку зарядил. Давай, время мультиков! Так. Впихнули батареечку. Время смотреть мульт. Лах. Что-то это как-то ни хрена не мультики. Смотри, как эта человеческая рука двигается. И сейчас мне такая тун-дун-дун, там рука на меня смотрит. Рука-то двигалась, вот это. Жесть. Извращенцы? Ужас. Да, такие бы мультики в детстве показывали, сжахнуться можно было бы. Стоп, а что если я с этим посмотрю, с линзой? Ага, я так и понял. Ага. Здорово, Скоробей. Это какие-то знаки, которые мне еще пригодятся. А, хотя... В смысле, знаки, которые мне пригодятся. Они же наверняка вот здесь вот есть. Ферромагнитную жидкость еще, блин, никто не отменял. Где эта фиговина? Вот, вот это, например. 6-0 60. Ну или 6-0, реально. Окей, куда мне эту 6-0 надо будет применить? Это хороший вопрос. Так. Так. Хм. Я просто не знаю, что с этим еще открылось. Вот в этом проблема, наверное. Ключа у меня никакого нет. Батарейки у меня тоже нет зарядить. Это как-то бесполезно было бы. Так, вот что вот эта фиговина делает. Я ее забрать не могу, батарейку я забрать не могу. Я могу только посмотреть на вот этот вот символ, который означает 6-0. Ну-ка. I'm looking through the eyepiece, there is strange making of the drawer... Дровер in the cabinet. Че, ну какой дровер? Интересно. А, стоп. Дровер это вот эта вот фиговина. Так я смотрел на нее через того самого. Здесь нет нифига. Судя по всему, произойдет разложение плоти. Может быть, Ари. Может быть. Шаг не извращение, скорее нейрохирурги. Ну такие, ты знаешь, полевые. На рукавиши зловещих. Ну да, я хз, важно это или нет, но бумажка, которая за банками стоит, было написано что-то про 7,7-3,4 миллиметра. Хотя это просто кусок лора. Кот, это кусок лора. Это написано было уже много где. Ну то есть, есть три бумажки, в которых такие куски лора описаны. Это счет в следующем матче по футболу. На коробке за стеклом последний жук. Кот, ты уверен, что он последний? Там, по-моему, два жука осталось. То есть вот здесь вот должен быть еще жук. И вот здесь вот центральный. Мне кажется, что осталось еще два жука. Так, что там? Is there somewhere on the underside of the cabinet drawers? Так, я, видимо, не на тот дровер обращаю внимание. Underside. То есть надо по... А, стоп, не под этим ли он имеет в виду? К
кабине дровер. Нет, мям. Я думал через глазную повязку посмотреть туда, но... Или здесь. Но он никуда ниже, он не может заглядывать никуда ниже. Он не умеет этого делать, банально. Нет, кот, пока нет. Лаки кот, пока нет. Такс. Про какой, блин, дровер он говорит, интересно. Меня все еще смущает вот этот вот нул, который уже не двигается. Он говорит про какой-то дровер и под... Ну, то, что под ним что-то находится, да? То есть, по-хорошему... Я это двигать не могу, окей. Причем вообще не могу больше не подвинуть ничего. Дровер, я насколько могу понять, да, это вот это... Он даже имеет в виду не скорее тот ящик, который на столе, а именно здесь. Кстати, а что у тебя с тонистским монокль? Я просто начало этой игры пропустил. Это монокль, который позволяет видеть то, что... Ну, короче, считай то, что написано, там, я не знаю, чернилами особыми и так далее и тому подобное. Вот, кстати, видишь, еще одна записка. Здесь записка, в столе здесь записок. Записок тут много. Мне почему-то кажется, что дровер, я не знаю, возможно, но этот дровер имеет в виду. Но, судя по подсказке, мне надо смотреть underside, то есть... Of one of... А, ну да, в одном из. Мне надо смотреть через глазную вот эту хрень, через монокль, да? Но на какой-то дровер, причем снизу. Может он... Не, он вряд ли имеет в виду эту хрень. Стрелочка была на ящике с цифрой. Стрелочка была на ящике с цифрой. В смысле, ты про этот или нет? Ты про какой ящик с цифрой, скажи мне, пожалуйста. Стрелочка была на ящике с цифрой. Там по циферке 1 стрелка вниз была. Стоп. Ты имеешь в виду вот про этот? А-а-а. Ты понимаешь, я бы как бы рад бы посмотреть бы. Но он низ не приближает. То есть ты видишь, я пытаюсь, но... Он приближает его самого. И все. Я понял, что уходит... А, не, все-таки можно, ё-моё. Я не мог это сделать почему-то до этого. Возможно, это... Стоп, возможно, это второй ящик нужен. Поверни. Я почему-то не мог под эту заглянуть, я пробовал. Это второе, что я попробовал здесь сделать. Я не смог заглянуть под. Ага. Значит, все-таки есть, окей. Вот, я же говорил, это предпоследний жук. Вот. Small metal handle. Окей. Ты похожа на то, что надо вот здесь вот хреначить. Например, вот сюда. Ну и, допустим, тебя надо сделать вот так. Оп, а вот и ключик. Это не 6-0 было, это было именно два знака. Так. Шаг у тебя есть кристалл без луча на коробке, что можешь с ним сделать? Зарядить типа... Рукси, я думаю, это чуть позже будет как раз. Google говорит, что дровер это выдвижной ящик. Ага, все-таки выдвижной ящик, да? Я думал, это просто ящик, вот типа, ну вот этого тоже... Вот этот сейф можно считать дровером, видимо. Кстати, Флатушка тут был, и Порс... Да тут, да, и Флатушка, и Порс, и Леркин здесь были. Я так не знаю, тут они до сих пор или не тут. Потому что у меня стрим падал, так что хозя.
Так, значит, что мне здесь надо сделать? Мне надо сделать вот такую вот хреновину. То есть у меня должен быть треугольный вход. У меня должна быть вот такая хрень. И вот такая хрень. Пынь. Та-дам, последний жук. Лаки Кэт, ты что там говорил, что надо мне обязательно подсказывать, иначе я никогда в жизни ничего не найду? Хм, кстати говоря, это интересно. Вот это вот стекло, это интересная мысля про то, что это стекло можно как-то использовать. Хм. Интересненько. 1, 2, 3, я вижу эти точки. Так, посмотрим сначала на жука, да? Последний жук. Это другое дело. Так. Ну-ка. Так-с. Направляю я сюда. Так, а тебе я должен направить... Ну, собственно, вот сюда вот, да. Все правильно. Так-с, тебе я направляю... Вот сюда. Линза. О, еще одна линза для мы... Нифига себе. Улучшение. Супер-пупер улучшение монокля. Welcome, it's to be 40 before standing on the shoulders of great men. Modification work. Exhumation money appears to show the never cut. It comes in a simple straight. Mine for ears, ears for yours. The heat of the soul. Travel well. Travel well and don't look back. Whatever you see here, don't ever look back. Никогда не оборачиваться. Я японский городовой. Охереть можно. Да, тот, кто этими формулами занимался, был явно, ну, не очень разумный, наверное, хрен его знает. Так. Значит, здесь мне надо ж вот эту вот хреновину сделать. Причем вот здесь стрелка явная сюда идет, да? Теперь они у меня, кстати, выстаивают. Вот, теперь я могу так сделать, в принципе, да? А, стоп, это три сюда должно идти. То есть сюда не должна ни один, сюда должна три идти. Так. Мне интересно, что будет, если я назад обернусь. Блин, мне так хочется иногда назад обернуться. Ну вот именно в будущем, да, в travel, надо попробовать назад обернуться, а так хрен его знает. Та-та-та-та. Что такое? Квадров спрашивал тебя, Флатушка. Там на доске иллюминат нарисован. Это нормально. Супер одноглазый Джо. Так, где бы еще подсказку увидеть? Одна подсказка была уже, да? Увидеть вторую чисто. Вот это, мне кажется, вот это три точки, да? А, стоп. А я тебя могу раз того самого теперь? Нет? Ну ладно. Нет, двинуть обратно сюда я не могу. Элемент. Стоп. А если я сделаю так, как я хотел? Интересно, можно ли вот эту фиговину подвинуть? Нет. Подвинуть уже ничего нельзя. Так. Здесь тоже такое себе. Такое чувство, как будто места сосредоточения энергии используются. Здесь больше нет. Здесь нет подсказок. Сейф внутри сейфа, который внутри сейфа, все сейф, еще в сейф. Хигис, это было в первой части. Здесь уже комната, внутри которой сейфы.
которые рядом с кораблями, которые рядом с сундуками и так далее и тому подобное. Так, стопэ. Еще одна подсказка. Два. Это странная хрень. Такс. Такс. Два. Это вот эта хрень. Так, есть еще одна подсказка. Где может быть еще одна? Стоп, если та была на книге, которую нельзя взять? Не? Нет, жаль. Эта подсказка была вот здесь, вот на книге, которую нельзя брать. Книга, которую нельзя называть. Я, конечно, могу подбором решить, два-то из трех есть, подбор он легкий, но хочется действительно узнать. Ага. Один это тот треугольник, понял. Узнал. Так, один это вот эта хрень? Нет, вот эта хрень. Так. Себе сперли. Жесть. Ага. Вот я что. Стоп. Есть один. Есть второй. Офигенная игра. Да, ну и игрушка, блин. Фух. Окончание практически такое, как и в прошлый раз. И я так понимаю, что есть The Room 3, который есть, по идее, на мобилках. Молодец, открыл портал Warp. Да, вообще офигеть. Сейчас космодесы еще прилетят сверху на планету. Будет вообще. Теперь мне работать пора. Что за пяти сейчас был? Да хрен его поймет, но, блин, это жесть. Игра великолепная, вот правда. You flee the laboratory and escape the confounded house where it's begun. Будут еще игры. Будут. И он просит написать, типа, отзыв... А The Room на странице стимовской. Блин, офигенно. Безумно хорошая игра.